이호기 위성 발사 성공. 12월 10일 평안북도 설산군 소해 위성 발사장에서 운반 로켓 은하 3을 통한 광명성 3호 2호기 위성의 발사가 성공했습니다. 위성은 예정된 궤도에 진입했습니다. 거듭 말씀드리겠습니다. 12월 12일 평안북도 설산군 소해 위성 발사장에서 운반 로켓 은하 3을 통한 광명성 3호 2호기 위성의 발사가 성공했습니다. 위성은 예정된 궤도에 진입했습니다. Обращает внимание на острые проблемы сегодняшнего дня, в том числе на проблемы экологии. Это правильно, и это очень хорошо. И их, безусловно, нужно поддержать. Но когда детей и подростков кто-то использует в своих интересах, это достойно только осуждения. А как это сделать? Заставить их использовать сегодня энергию солнца, которой в Африке достаточно? Кто-нибудь объяснил, что это стоит? Но на сегодняшний день это доступная технология для развивающихся экономик и развивающихся стран. Малодоступная. Но люди хотят там жить так же, как в Швеции, и их не остановить. Пойдите, объясните им, что они должны еще прозябать в нищете лет 20-30, и их дети будут в нищете. И объясните им.